Всем привет! К нам поступил запрос по поводу бифлекса. Вы просили рассказать, какой бифлекс бывает и чем отличается блестящий от матового. Рассмотрим сейчас немного. Мы находимся в магазине в торговом центре «Столица», и все представленные варианты бифлекса находятся именно там. На нашем сайте есть выбор больше, то есть весь основной ассортимент находится в нашем магазине на Машерова 10, поэтому можете приезжать туда тоже и выбирать. Так, смотрите, например, это у нас черный матовый бифлекс. Он просто гладкий с лицевой стороны, особо не просвечивается, только если при большом растяжении. Это у нас васильковый цвет, это тоже матовый. Здесь 80% нейлона и 20% спандекса. Так, это яркий розовый, нежный розовый, желтенький. Салатовый. Очень яркие бифлексы хорошо подойдут для пошива спортивной одежды, также купальников. Он очень быстро сохнет и хорошо утягивает. Можно шить топы, леггинсы. Может подойти для пошива нижнего белья. Блестящий бифлекс. Чем он отличается? Отличается просто тем, что с лицевой стороны у блестящего есть блеск. Так, вот такой же салатовый, и вот это салатовый матовый, вот этот розовый, блестящий, фиолетовый, серый и белый. Он тоже довольно хорошо будет смотреться на спортивной одежде, леггинсы, топы. Так, нам поступили еще новые цвета бифлекса. Они сейчас находятся на Машерова 10, но я вам покажу их тоже. Так, это у нас бифлекс матовый, итальянский. Он очень приятный на ощупь, такой немного бархатистый и не блестит. Новые цвета блестящего бифлекса, который сейчас продается на Машерова 10. Это такое, как светлое золото. Это более темное золото. Он хорошо тянется и не просвечивает. Так, очень красивый фиолетовый цвет. Также серенький. Это темный серый. Вот это более светлый серый. И такой серо-голубой. Я буду в зеркало не важно себя.